Линейки, посвященные приему пионеров, готовы? Всегда готовы! Торжественная линейка, посвященная приему новых членов нашей организации, юные пионеры, объявляется открытой. Дружина, равняясь, смирно! Под знамя Кингисеппской муниципальной военно-патриотической общественной детской организации «Юные пионеры» смирно знамя внести. Председателю совета дружины сдать рапорт. Товарищ старший вожатый, сводный, пионерский отряд Кингисеппской пионерской дружины имени Нади Богдановой проведению торжественной линейки построен. Рапорт сдавал председатель совета дружины Козлова Валерия. Рапорт сдан. Рапорт принят. Вольно. Ребята объединились в отряды. И названия у них были самые разные. И вам тоже предстоит выбрать название для своего отряда. Отряд застыл в торжественном молчании. Минута долгожданная близка. В своей стране большое обещание произнесешь ты, арабев слегка. В твоих глазах волнение и тревога. Стоишь суров, наряден и курнос. Слова звучат, как первая присяга, которую ты родине принес. Я. Скляров Даниил. Седлецкий Дмитрий. Уколов Илья. Гунов Илья, Воскаков Денис, Ситников Прасковья, Казакевич Диана, Подружная Карина, Сенченко Дарья, Шматова Алина, Пахомова Полина, Елисеева Диана, Нижегородская Вероника, Прошкина Алина, Осадникова Александра, Недашковская Екатерина, Ступая в ряды, Ленинградская областной, Военно-патриотической детской общественной организации «Юные пионеры». Детская общественная организация «Юные пионеры». Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю. Горячо любить свою родину Россию. Быть добросовестным и честным. Упорно учиться. Готовиться к труду и защите своей Родины. Продолжать героические традиции своего края. Это нам достались военные и послевоенные годы, тяжелые годы. Но мы не теряли памяти, не теряли своего прилежания. И мы старались, особенно в каникулы, организовывали отряды дворовые и старались помогать им. Кому водички принести, кому дров поднести, кому там еще какую-то помощь оказать. Но сейчас в этом нет необходимости. Сейчас вы можете только учиться, еще раз учиться, для того, чтобы дальше продолжить дело своих родителей, своих дедов и прадедов, чтобы вам принадлежит будущее нашей страны, и чтобы вы выросли достойными, и чтобы мы спокойно передали в ваши руки все правление нашей Родины, нашим государством, чтобы вы сумели отстоять нашу Родину в лихую годину, и чтобы вы достойно несли знамя победы. Я хочу вас поздравить, пожелать вам хорошую учебу, потому что вы еще школьники, жить с активной гражданской позиции, слушаться своих родителей, принимать активное участие в жизни нашего города. И позвольте вручить вам небольшие подарки. Поздравляю ветеранов с великой победой.
сегодня 16 человек, правильно? Вот. Во-вторых, подумать, как будет называться ваш отряд. Название отряду можно дать. В-третьих, придумать план работы своего отряда. Что вы можете сделать для школы, для города. Ну и желаем вам успехов и пионерского задора. А сейчас я вот вам даю здесь в конвертиках каждому. Есть пионерский гимн наш. Но в одном из них, кроме песни, есть задание для вашего отряда. Это к Дню пионерии, 19 мая, вам нужно будет выполнить. Знамя Евгисеевской пионерской организации «Юные пионеры» вынести.